Процесс, конечно, очень интересный по поводу откачки мяса, меда. Нынче мед, конечно, слабовастенький. Посмотрим, что мы получили. Вот в процессе качаем мед и разбираем на гармошке песенки. Ну вот, процесс идет. Больше ведра получилось с улика, как бы нормально. Не зря я на гармошке пчелкам играл. Хоть вы смеялись там в клипах. Совмещаем полезное с приятным. Делаем разбор на гармошечке. Вот сегодня еще одну песню разобрал, которую вы прослушали. И медочку взяли. Сливаю сразу в банке. Потом ложечкой аккуратно. Шелуху не буду цедить. Соберу и все. Ладно, не буду вас дразнить. Всего наилучшего.